Дорогие зрители, я приветствую вас на передаче «Клягам ОРТФАО». Политика и пресса производят впечатление, будто они усиленно занимаются введением электромобиля. Но так ли это на самом деле? В 1990 году в Калифорнии был издан закон, согласно которому изготовители транспортных средств были обязаны построить по возможности безвыхлопные автомобили. Уже в 1996 году в Калифорнии были произведены тихие, быстрые и не выделяющие газы электромобили с радиусом действия в 130 км. Практически этого достаточно было бы для повседневной езды для 90% населения. Эти автомобили способны заряжаться за ночь, стоили приблизительно столько же, как и обычные автомобили, работающие на бензине, а также имели достаточный спрос. Однако нефтеконцерны вместе с правительством США и изготовителями транспортных средств остановили продвижение этого проекта, и 24 апреля 2003 года закон был снова отменен. Эти машины были изъяты из оборота, а с ними похоронена передовая техника. Хотя немецкая политика явно не принимает меры против электромобилей, все же встает вопрос, почему развитие в данной области идет так медленно? Возможно, что не только американскому правительству зависимость потребителей от нефти важнее, чем безвредная для окружающей среды технология. В заключение цитата Дэвида Фримена. Они внушают людям, что делают что-то для альтернативной энергии или окружающей среды. Но это неправда. Сегодня ведутся те же дискуссии, что и в 70-х годах. Но это подобно собачьим бегам, где собаки бегут за механическим зайцем, но никогда не смогут его догнать. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!